Мы с Эль Матадором забили только благодаря идеальным передачам этого парня. А вот и сам король навесов. Джо, можно на пару слов? Ну, разумеется. Мистер Джо, в чем ваш секрет успеха? Все дело в ритме, Бен. В каком таком ритме? Перед матчем я кое-что делаю, но это секрет. Бросьте, Джо, фанаты хотят знать. Давай, Кол Джо, раскрой секрет, пожалуйста. Уговорили. Я слушаю одну пластинку, чтобы настроиться на игру. А как она называется? Прости, брат, этого я не могу сказать. Зато я могу пригласить всех вас в мой клуб Кул Джо. Приходите! По средам у нас особое меню, по четвергам женский день. Будет жарко, у нас собираются все красотки города. Не упустите свой шанс. Что ж, вы слышали. Кул Джо – самый крутой игрок Суперлиги. С такими футболистами страйкеры должны без труда обыграть клуб Техникали. Передаю слово студии. Роб? Больше Кул Джо не будет таким крутым. Я выясню, что это за песня, и мы сокрушим страйкеров. Что это? Прости, но это личное, брат. Так ты серьезно? Пластинки? Эй, переходи на цифру. У меня здесь 500 песен. Да, но мне нужна только одна. Так что пусть будет винил, Шейкс. Проверка. Раз, два, три. Что за песня? Покажи. Ой. Извините, я не нарочно. Даже не верится. Я тусуюсь с суперстрайкерами. Да, тут классно. А ты неплохо танцуешь. Эй, гляньте туда. Эй, Джо, как ты это делаешь? В общем, ритм – это главное. Кстати, никому не говори, что ты был здесь. Ого! Суперское место! Да, я собираю их с самого детства. Лава-лампа? Ага. Взгляни-ка на это. Пластинки? Ты слушаешь винил? Друг, ты отстал от жизни! У меня есть цифра... Не нужно мне ничего цифрового. Все, что мне нужно, здесь. Это она? Секретная пластинка? Да. Она у тебя одна? Конечно, нет. 7 лежат здесь, и еще одна у меня дома. Я слушаю ее по утрам перед матчами. Я посмотрю? Даже не знаю. Да брось, пожалуйста. Ну, ладно. Но только потому, что ты знаешь толк в музыке. Попался. Веселье начинается. Для человеческого уха разница неуловимая. Но мозг воспринимает ее на подсознательном уровне. Он точно не заметит разницу. А, он же сказал, разница несловимая. Вы бы хоть изредка книжки читали. Тихо! Смотрите и учитесь. Теперь от Кул Джо не будет никакого проку. Скоро игра.
Пора подзарядиться. Пас получи, уведи, обхитри, отвлеки. И мы на стадионе Страйкерленд. Суперстрайкеры против клуба Техникали. Раст атакует на левом фланге. Мяч у Кулджо. Сначала пас получи, потом... Что с Кулджо? Такие промахи ему не свойственны. Согласен. Наверное, он еще не проснулся. Но возможность упущена. Работает. Ха-ха! Кулджо сбился с ритма. Со мной что-то не так. Давай, навешивай! Уведи, отвлеки, отвлеки! Что такое, Скулджо? И матч заканчивается ничьей. 0-0. Надеюсь, на следующей неделе нас ждет более интересная игра. Конечно, если к тому времени Кулджо успеет прийти в норму. Готовьте симулятор. Нам предстоит много работы. Мой план сработал идеально. Второй матч мы выиграем. Что случилось? Сегодня же воскресенье. У меня для вас сюрприз. Надеюсь, это завтрак. Умираю от голода. Скоро увидите. Должны были обыграть Техникали, но допустили много ошибок, поэтому сегодня мы здесь. Это наш новый тренер, игровой симулятор. Компьютер проанализирует ваши достижения, скорость и технику. Симулятор автоматически подстраивается под каждого игрока. Остановитесь вы, остановится он. Ваша задача — сохранять контроль над мячом. В конце вы должны попасть в одну из этих красных мишеней на табло. Машина посчитает баллы и покажет, насколько вы готовы к игре. Все ясно? Хорошо, что я успел послушать свою музыку. По-моему, это легкотня. Похоже на мою танцевальную видеоигру. Легкотня, значит? Что ж, тогда ты первый, Тайгер. Да запросто. Да, ты готов к матчу. Спасибо, тренер. Кулджо, ты следующий. Получи, уведи. Получи, уведи. Получи, уведи. Обхитри, отвлеки. Получи, уведи, отвлеки. Нет, обхитри, отвлеки, уведи. Поверить не могу. Ерунда какая-то. Все хорошо? Что случилось? Не знаю, что-то не так. Может, пересидишь на скамейке? Я в порядке, тренер. Продолжаем. Шейкс, вперед!
Я больше не чувствую ритм. Как же я теперь буду играть? Мы глазам не поверили. Он был сам не свой. Без паники. Мы выясним, в чем дело. Спасибо, но времени почти нет. Извини, мне пора. Не волнуйся, я разберусь. Он был в порядке, но... Есть идея. Детектив Спенза спешит на помощь. Шейкс оставил тут телефон. Мы закрыты. Знаю, но Кул Джо разрешил. Он сказал, скажи Стиве, чтобы он пустил тебя. Это ты, Стиве? Да. Тогда скорее впусти меня. Мы на стадионе Страйкерленд. Сегодня здесь собрались тысячи болельщиков. Кто же одержит победу, суперстрайкеры или техникали? Что бы он ни делал, надеюсь, поможет. Он не дает мне мяч, я не забиваю. Все плохо. Давай, Спенза. Не входить. Но детективу-то можно. Обыграть непобедимых им будет непросто. А теперь поговорим о страйкерах и о самом популярном игроке Суперлиги, легендарном Кул Джо. Сможет ли он оправдать ожидания в сегодняшнем матче с Техникали? Скоро все узнаем. Это странно. Бинго. Ну же, получи, уведи, обхитри, отвлеки. Получи, уведи. Спенза, ты что-нибудь узнал? Да, с ним все нормально. Здорово, ты уверен? Я знаю, кто его подставил. Это был... Алло? Спенза, алло! Как нет денег? Только не это! Мне срочно нужно на стадион! И матч начинается! Суперстрайкеры против клуба Техникали! Надеюсь, на этот раз Кул Джо не подведет команду. Кул Джо, главное, не волнуйся, все получится! Кто сказал, что я волнуюсь? Я в норме! А сейчас отстань от меня и жди передачу! Не переживай, бро. Он не со зла, я уверен. Что ж, вперед! Мы должны выиграть. Да, капитан. Кул Джо! Я в порядке, Раста! Шейкс просто хотел помочь. Ты его кумир. Знаешь, первый шаг к решению проблемы – признать, что у тебя проблема. Раста, я потерял чувство ритма. Ничего не выходит! Он вернется, бро. Я в тебя верю. Просто постарайся. Как только смогу, отдам голевую передачу Шейксу. Другое дело, бро. Победа витает в воздухе. Давай, давай! Я должен успеть до конца матча! Кул Джо показывает не самый лучший футбол. Раста проходит центр поля. Мяч у Кул... Попытка номер два. И снова потеря мяча. А? Кул Джо, я открыт!
Безнадежно. Мяч у капитана Страйкеров. Но уже слишком поздно. И первый тайм подходит к концу. Останется ли Кул Джо на поле во втором тайме? Может, моя песня больше не работает? Я слушал ее дома перед первым матчем. И перед тренировкой на базе. И сегодня тоже. Но все напрасно. Остался один способ. Если и он не поможет, на карьере футболиста можно ставить крест. Запасной вариант на крайний случай. Так гораздо лучше. Да, вот так. Круто! Ха-ха! Посидишь на скамейке запасных. Оно вернулось! Мое чувство ритма! Не могу рисковать. Нам нужна победа. Тренер, он не шутит. Это правда. Видите, он снова танцует. Тренер, если мы не забьем в первые 5 минут, я сам попрошу замену и уйду с поля. Надеюсь, я не пожалею. Вот-вот начнется второй тайм. Вопрос в том... Выйдет ли на поле Кул Джо? Мяч у Расты. Отлично, очередь Кул Джо. Сначала пас получи. Ух ты, хорошее начало. Потом мяч уведи. Врага обхитри. Вратаря отвлеки. Кул Джо навешивает в центр. Гол! Нет, 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 нет! Этого не должно было случиться! Похоже, король навесов вернулся. Билет. У меня нет билета. Без билета нельзя. Послушайте, мне очень нужно попасть внутрь. Кстати, Шейкс – мой близкий друг. Не сомневаюсь, но без билета не пущу. Что же мне делать? Не хотел бы я оказаться на месте ребят в желто-синей форме. Красно-белые не оставляют им ни единого шанса. И снова гол в ворота Техникали. Во втором тайме левый фланг Страйкеров сыграл безупречно. Кул Джо был на высоте. А Шейкс записал на свой счет еще 3 гола. Увидимся на следующей игре. До скорой встречи! Ребята, пластинки подменили, поэтому ты сбился. Мы знаем Спенза. Кул Джо сам догадался. Если б только знать, кто это сделал. Так это он подменил пластинки. Я нашел жучок у тебя в комнате. Он установил его на вечеринке. Вот как значит. Эй, Шейкс, прости, что сорвался сегодня. Я знаю, ты хотел помочь. Ты дал мне забить 3 гола. Этого достаточно, но... Будь у тебя цифровой плеер, ничего подобного вообще бы не случилось. Ты что, правда хочешь, чтобы я выбросил все свои пластинки? Не дождешь!